Ленинский район сегодня оказался обезглавлен. Сегодня стало известно об увольнении заместителя главы Валерия Лунева и самого главы Александра Кулагина. Об уголовном деле без оргвывода в Ленинском районе мы рассказали в сентябре. По данным информагентств, замглавы Валерий Лунев фиктивно трудоустроил свою знакомую женщину на должность HR-менеджера. Фактически она не работала, но зарплату получала, и они ее делили. Поделили около 500 тысяч рублей. Удивительно, в этой истории было то, что, несмотря на уголовное дело, чиновник продолжал работать и решать районные вопросы. И вот сегодня стало известно, что его все-таки уволили. Причем уволили уже на следующий день после нашего сюжета. Сюжет вышел 19 сентября, а 20 он был уволен в связи с утратой доверия после совершенного в муниципальном случае коррупционного правонарушения. Информация об этом появилась только сегодня в связи с увольнением его шефа, главы района Александра Кулагина. Мы с телевидения телекомпании «Сеть НН», нам бы к исполняющему обязанности главы. Я не знаю, кто исполняет обязанности главы. Сейчас я позвоню. Его на месте нет, да? Нам бы хотелось узнать, с чем был уволен глава администрации, связано ли это как-то с бывшим заместителем главы. А вы когда главу видели в последний раз? У меня нет информации. Нет информации. То есть вы не знаете, видели вы главу или не видели? Я думаю, этого будет вполне достаточно. Приемная главы. Тоже закрыто. Тоже никого нет. Еще один заместитель. Мы с Евгением Сеценовым. Скажите, а пресс-секретарь на месте? Нам сказали, в 323-м. Только да, но он закрыт. Не в курсе. Нет? А подскажите, пожалуйста, вам что-то известно по поводу увольнения главы администрации нет, Кулагина Александра? Ничего не известно. А вы его видели вообще сегодня, вчера? Нет, не видел сегодня. Просто так много увольнений в последнее время в администрации Ленинского района. Вот а хотелось бы увольнения? Узнать. Да, заместитель главы. Не в курсе. Лунев Валерий. Про Лунева я знаю, что больше никаких еще... Слышу только из СМИ. Понятно. Все, что я знаю. Кстати, как сообщили сегодня информагентство, уголовное дело в отношении уволенного замглавы района Валерия Лунева возбуждено по двум статьям. Превышение полномочий и мошенничество.